Ну, Олимпиада в Сочи, конечно, задумка большая, интересная, да, еще, скажем так, это времен раннего Путина задумка. Он думал, что соберет большой консилиум людей со всей планеты, он сделает что-то доброе, большое, светлое, и все присутствующие страны перестанут воевать, они бросят оружие, закопают мечи в землю и пойдут спортом заниматься, но мы видим, что сейчас эскалация напряженности больше идет. Просто эту Олимпиаду надо буквально воцерковить, да? Сделать, например, там, православный форум перед Олимпиадой, сделать ее помягче, перестать как бы все время говорить о том, что что-то не построено или что-то там украли. Это не важно, да? Мы просто должны, как великая страна, показать всему миру, что мы еще на что-то способны.